clans only goes to those strong enough to claim it. Con Weaver is a Просто жесть. Воу-воу-воу. Это что сейчас было? Что сейчас было? Ready yourselves. The true invasion of the inner sphere begins now. Приветствую, дамы и господа. Мы продолжаем проходить MechWarrior 5 Clans. Вот. Компания, тут кроме компании-то и нет ничего. Я не знаю, почему тут нет открытого мира. Это как бы, ну, минус в карму игре. Вот такие пироги. Ну что ж, компания так компания. Так, король пиратов. Я так понимаю, это типа, как бы, босс-молокосос здесь у нас будет. Последняя миссия или что? Ограничение 220 тонны. 220 тонны? Так, ну давайте глянем, что там за миссия-то. Star Commander Jaden, commendable work. Thanks to you, we have destroyed Valisec's primary power source and rescued hostages who have been invaluable at locating the killer's various safe houses. Now, all that is left is to close the noose around Valisec himself. The rest of the 362nd has swept wide and advanced on the locations provided by the liberated prisoners. We have spotted Valisec's battlemaster and are in the process of driving him back into this ravine. Soon, he will be trapped with nowhere to run. Good. Have the 362nd continue to drive Valisec back, but keep your distance. My Shroud Keshek and I will deal with him personally. Star Commander Jaden, I want Cobalt Star to secure the Shroud Keshek and LZ and help screen our advance. You have shown keen instincts over your time on Santander. It is only right that your efforts are rewarded. It is time we finished this. Вот такие пироги. По крайней мере, здесь заранее сказали, что нас ждет Батлмастер, который, скорее всего, будет нас очень сильно больно бить. Несмотря на то, что он вроде как тут считается допотопным и все такое. Ну и вот, в остальном, ну, босс, молокосос. Так. Ну, давайте смотреть. В прошлый раз я купил себе нового меха. Его я и возьму. 12 лазеров средних. 12. 12. Средний мех 12 средних лазеров. У меня сколько лазеров было на Тендерболте, на геройском? И он вроде как был тяжелый. Я ничего не путаю. Он либо тяжелый, либо средний. Блин, я забыл. Но там их меньше было. Там, по-моему, не было 12. А здесь типа норма. Вот так, 12 лазеров. И хорошо. Так, у меня, кстати, освобождается Shadow Cut. Что там по оснащению? Оснащению. Что у меня? Ракеты, лазеры. Набор амниподов. Голова, левая рука. Два, два, четыре. Это, по-моему, то, что у него и было, нет? Левая рука, правая рука. А, гаусс, нет, у него был гаусс. Можно попробовать этот амнипод пихнуть в него. А это у нас что такое? Лазер, ЛРМ. Ну, я его кому-то дам, поэтому надо смотреть. ИРМ, лазер, блин. Новое обозначение, хрен поймешь, о чем они. ECM, LRM, LRM, а что такое LRM, кто его знает. А здесь у нас что?
ССРМ-6. А! Л-лазер. Ну, Л-лазер это, наверное, большой лазер. Large лазер. Это, наверное, то, что и было, да? То, что у него и стоит сейчас. А это что такое у нас тут? Его можно, кстати, разблокировать. Да, нет? У нас есть опыт для меха. Доступный опыт меха 500. Можно разблокировать его. А вы, подождите, а что это мне даст оно? М-лазер. Медиум лазер, наверное. Средний лазер. Средний лазер. И ракеты ЛРМ. Попробуем этот тогда разблокировать. Это же на каждом мехе опыт набирается, правильно? Пускай будет. Давайте тогда вот этот поставим. Применить. Подтвердить. О, какой он весь, смотрите. А его вращать нельзя? Почему? Сохранить изменения. Да у меня деньги-то есть. Нормально. Так, и кому мы дадим эту штуковину-то? Что у нас есть? Випер. А у нас два тридцатника. Вот надо, значит... Вместо тридцатника вот эту вот штуку поставить. Это чудище. Страшенное. Аддера нет. Аддера я не буду брать. Так, себе я новую взял. Но у нее нет очков, так что изменить мы ничего не сможем. Так, ну напускаем и переходим. Так, у меня новая. Так, у нас еще один тут мощный аппарат. Но эти, да, эти пока стандартные. Ну, остается надеяться, что нас не это самое, не того. Не возымеют с нами секс в принудительной, доминирующей форме. Ну, погнали тогда. Condor 409er. Reroute to LZ Bravo by command of Sakon Weaver's operational update. Jaguar Ops, clear copy. Transitioning to LZ Bravo, 409er. Cobalt Star, updated drop location transmitted. Да. Ну что, мы на месте. Так, давайте. Цыц. Так. Медиум. Медиум. Так, уже. А если я все их на одну кнопку повешу, он будет перегреваться или не будет перегреваться? Ближний бой. Пробуем так. Перегреется или нет? Ну-ка, ты тыщ! Ой, как все плохо-то. Так, ой, куда я влез? Не туда. Давайте тогда смотреть. Так, правая рука, левая рука. Правая, левая. Правая, левая. Подтвердить. А что он так странно разбрасывает? Ну, поехали, попробуем. Что из этого все получится? Носится он тоже, наверное, как угорелый. 81, нифига себе. Неплохо так. Так. Здесь будет возможность спрыгнуть? А, у меня есть эти самые. Попрыгайте. Воу-воу-воу-воу! Куда вы там шарашите? Попал. Мех! Блэкджек! Огонь! Валите он нафиг! Минус. Стоп, у меня отключили интернет. Стоим. Тихо. Стоп! Поехали. Это мина или что? Прикрывайте, я сапер. Я в сапера играю, вы в мехов играете.
Не получится. На нафиг! Фокус. Я не могу второго завалить. Отработайте второго. Тупые. Пожалуйста, блин. Нет, он просто будет бежать на меня и просто мне херачит. Лучше перегреться, ну его нафиг. Все поотваливалось. Работайте, работайте этого, быстрее. Блин, он тоже по мне будет работать, да? На нафиг. Алло. Алло. Если интернет отключают, типа нельзя включить режим... Weapons online. Реактор онлайн. Что-то там еще онлайн. All systems nominal. Да ладно! Я же втащил. А, вот дестроит нормально. Годится, годится, годится. А это что такое? Кораблик наш вроде бы. О, а это что такое? Похоже на катапульту. Экстерминатус полный, да-да-да-да-да. Инквизиция... нет, стоп, это другое, это другое. Есть. Отрабатывайте, отрабатывайте, отрабатывайте его, фокус. Ракеты пошли. Не зря ракет на него навтыкал. Да отойди с дороги ты. На тебе в ответочку. Фокус. Второй. Вооружение отключено. Дестроид. А что дестроид-то? Он же живой. Или это у меня что-то дестроит? Фокус, фокус, фокус. Так, что-то я тут понамудрил. Правая, левая, вот так. Я что-то туплю, вот так. Вот надо было так. Так, я включен на аварийную. Отойди! А чё вы не воюете? У вас мехи круче наших. Воюете? Дайте им звездюлей. Вы же можете как минимум ракетами их заплевать. Чё вы сопли-то кушаете? Так, а куда дальше-то? Я что-то не засканировал? Я всё засканировал. А чё вам от меня надо тогда вам? От меня? Чё? Во-во-во-во, какая-то хрень там вдалеке. Минус. Да, ракетками хорошо работает вдаль. Оп-оп. Отрабатывайте! Я ему сейчас добавлю по второму разу и отключусь, а вы его допинаете. Вот так. Блин, они меня все бьют. Чё они ко мне пристали? Да не онлайн. Не, ну они, конечно, онлайн. Блин, он греется. Вот из речки, наверное, можно шарашить, да, нет? Да, можно из речки им хорошо шарашить. Куда вы ломанулись-то? Что это такое? Это наши? Нет, это корабль внутренней сферы. Мы на таком летали. Фокус, 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 фокус. Я прямо из водички буду отрабатывать, чтобы остывать быстрее. Нифига их там набежало. Фокус. А куда они ломятся? Куда они ломятся? Я не понял. А! Как они опрокидываются-то, а? Фокус. Да боже, что ж тебя так снесло-то, а? Фокус на последнего. Джиггермех, отойди! Отойди от вышки! Like
Тут обратно в речку, в речку, в речку, в речку, в речку. Корабли так и не сносятся, да, я так понимаю. Работаем. Я из речки сейчас буду просто, из речки буду просто их отрабатывать. Вот этого давайте работать. Арчеры, блин, у них тут серьезные мехи пошли, я вам скажу. Ну, как серьезные? Для внутренней сферы серьезные. Я на таких ездил, я знаю. Но эти, конечно, это просто феномен какой-то. Смотрите, что творится. Просто вынос всего к чертям. Если бы только не грелся. Вперед, 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 вперед. Я отступаю. Жесть. Так, я не в речке, я не в речке, я не в речке. Мне надо в речку срочно. Квикдро. Давайте этого дорабатываем. Быстро, быстро, быстро. Минус. Там какая-то хрень. Вертолетик. Жесть. Просто жесть. Воу-воу-воу. Это что сейчас было? Что сейчас было? Бланкш. Исчезли. Что это было вообще? Воу-воу-воу. Прям так сразу. Мародер. Отрабатывайте, кто может, сейчас пока так. Пока не суемся, пусть они разбираются. Я очень сильно пострадал. Испытываю чудовищные нравственные страдания. Да вертолет, сраный ты! Минус. Так, кто-нибудь уберите танчик. Как он там ездит среди всех этих мехов наших? Так, 500 метров. Идем вперед. Вася, погодите, а здесь есть? А, подождите. Последовательный огонь, вот. Пробуем так. Может поможет, может нет. Черт его знает. Чего? Чуть-чуть-чуть-чуть. Работайте. Да я вообще достреливаю. Ну, значок красненький, значит, попадаю. Не, я все равно того этого. Теперь это самое перегреваюсь. Тут есть речка где-нибудь? Какого еще кота? А, ну мы типа сумрачные коты. Кошки. Ну, ну? Да, он делся. О, я от него достану, достану. Так, я греюсь помедленнее. Блин, пока смотрю, как он греется, я перестаю попадать. Отрабатывать этого. А, держи. Какой он злой. А я тут позлее буду. А нет, не буду. Ну, кто-нибудь его завалит, нет? Спасибо. Вот этого отрабатывайте. Все, задепиемлю. Да стой! Хорош. Но все же залпом, конечно, интереснее. Вот по этим будет. Вот, отрабатываем.
Прям не отпуская кнопки, можно по ним шарашить в режиме очереди. По мехам, наверное, все же залп будет эффективнее. Фокус. А, мне надо остудиться. Да идите вы к черчам. Этого работаем. Я, наверное, все-таки переключу на вот так. Не переключил, блин, то зачем я жму escape? Мэ надо жать, мэ. Подтвердить. Да опять escape, зачем? Ну что не так-то? Вот. Хостайл, все, до свидания. Работайте. Дать один залп по нему, его должны допинать. Там кто-то лазит. Ты-тыщ! Хит критикал, да, отдохнем. Передохнем, пока он там того этого. Потом еще раз ему. Ты-тыщ! Эй! Эй! А почему молчит голосовой? Че подбил? Бланкш? Аккуратненько так улегся. Кстати, окрасить мехов тут нельзя, да? Они тут все одинаковые, блин. Так, кинематография пошла. О, да! Я хочу этот мех. Хотя... And die at my hands. I'll give you this, lady. You got some balls on you. I hope you're not too banged up after all this. I'll be sure to give you a more personal introduction after I pry you out of that pretty little mech of yours. Challenge accepted. Такое ощущение, что ему пофиг. Ой. Мне аж страшно. Ой. Ну, это что-то, она какая-то злая тетка. Нехорошая. Капульта? Ну, он хитрый, он хитрый. Она злобная, он хитрый. Ну, вот такие результаты, как бы. У нас один всего на критическом. Раньше много было на критических уронах, а сейчас прям хорошо. Раздали звездюлей, пошли мощные мехи, так сразу звездюля. Суммарный опыт полторашка, а у этих по 700, по 900. Слабоны. Затребовать. Our work on Santander is complete, Sakan. We have cleared the rats from their nest. Despite the pirates' desperate tactics. What of Valisak? He escaped us. He has wasted enough of our time. One pirate is not enough to retake Santander, not with his command wiped out. It is time for us to move on. What of the other clans? Are we go for invasion? We are the final clan to finish operations in the periphery. All are ready to proceed. On your orders, Sakan. Order everyone to return to their ships.
Depart for Santander's jump point and prepare to commence Operation Revival. The Smoke Jaguar's opening wave will simultaneously target 10 systems within the Draconis Combine. The remaining clans will target a similar number of systems within the Federated Commonwealth and the Free Rasselhaeg Republic. The Silver Keshek and I will remain here to resupply and oversee our logistical interests. Galaxy Commander Perez, you will lead Beta Galaxy and bid on your next target. Prepare accordingly. I will, my Khan. Ready yourselves. The true invasion of the Inner Sphere begins now. Our jump into Draconis Combine space. Now, we take our first steps towards fulfilling the Great Father's hidden hope of returning home and reclaiming Terra. Mere 2 years after our ancestors' exodus, Minoru Kurita and the samurai of the Draconis Combine ignited what would become the Succession Wars. Kerensky's prophesized forever war, the plunge the Inner Sphere into centuries of destruction and barbarism. Smoke Jaguar have won the honor of bringing vengeance down upon House Kurita and their fascist regime. And it now falls to all of you to be the vanguards of Kerensky's justice against the very successor state that aided the usurper and ushered in the downfall of the ancient Star League. To be his sword. To cut down a corrupt system that sees humanity subjugated to the whims petty warlords, and to carve out a legacy that we forever etched in history. Ну что? Вот такие вот дела. Начинается вторжение во внутреннюю сферу, самое что ни на есть настоящее, прямо вот теперь. Ух, пафос, пафос, круто, красиво. Прочитанные, полученные сведения, очки, дальность РБД. Чё? А, спасибо. Так, чё у нас там? Уровень 5. А чё, мне новых? Новых мехов не дали? Нет? Разблокировать ничего нельзя, да? Уровень 14, 13, 11, 8, 7, 6, 6. Следующий будет на 6. Чё ты себе представляешь? Да отстань ты, дай посмотреть-то. Сторм кров. Ну, что у тебя есть? Три средних, два больших. Ну, это базовое. Может, там ему эти самые можно амниподы менять. Вполне вероятно. Так, мехотсек. Все починено уже, да? Все хорошо. Ну, в принципе, нового сам по себе хорош. Оснащение. А у меня есть возможность... Что здесь такое? Правая рука. МП лазер. Медиум лазер.
ERPPC. А, это два этих, как их, типа как бы... Отлично, я забыл, как они называются. Прекрасно, великолепно, просто охренеть не встать. Взял, забыл, да. Да, пич, во, вспомнил. Это пичи, во, во, во. То есть два пича и один МП-лазер какой-то. АМС, это, я так понимаю, это ПРС. Да? Вот у него два печа, и у него там наверху ПРС. Блин, а почему крутить, вертеть нельзя? Что еще у него есть интересного? ИРС лазер. С, это смол лазер, что ли? А нафиг он нужен? ЛП лазер. А это еще что такое? Два машингана здесь. Здесь какой-то УАЦ-5. В общем, какой-то размазанный амнипод. Один СП лазер, СРМ-4, Гаусс. Какие-то они все, не знаю, размазанные они. Все размазано. Чуть-чуть того, чуть-чуть этого. ЛБ-5Х, АЦ. Это ЛБХ, что ли? А он сплошняком или дробаш? Один ЛРМ. Так, а что у нас здесь есть? Два машингана. Четыре машингана. Но это ближний бой. А ближний бой идти на среднем, даже если он такой вот весь из себя крутой средний, все равно разватлают. Даже старенькие эти разватлают. Так что пока у него самый внятный стоит. Набор. Единственная его проблема, он перегревается. Но если залезть в речку, то это просто... Блин, я немножечко в охренении. Еще в прошлой миссии как бы, ну, начали свою мощь показывать, ребята. Эти, ну, клановые мехи, они наконец-то начали показывать, что они из себя представляют. Да, пришлось признать, что да. Что наши-то... Из внутренней сферы они как бы не очень. Но сейчас это просто что-то с чем-то. По сути, два залпа, и мех падает. Там чуть ли не любой. Если ему оба влетит куда-нибудь в кабинку или еще куда. А если в речку залезть, то можно просто по КД палить и палить и палить из него. И это еще нет улучшений там по самим лазерам, там по казарме. Там тоже, наверное, что-то можно подулучшить. Перезарядкам, по всему. Это вообще будет машина для уничтожения всего. Да. Теперь начинаю понимать, что такое кланы и что такое... Нет, я начинаю понимать, что такое мехи кланов. Постепенно на меня начинает доходить. И мне нравится, я вам так скажу, мне нравится. Ну что, закончили мы с Василием на пока что. Я думаю, мы с ним еще встретимся. Начинается вторжение во внутреннюю сферу. Так что, как говорится... Не отключайтесь, оставайтесь с нами. А на сегодня все. Всем спасибо за просмотр, приходите еще. Не забываем подписаться на канал, поставиться лайком. Всем всего и до встречи. Не реагирует на требования об остановке.